огромный пес. Пошли дальше. Тащит ко мне. Нельзя, нельзя. Вперед, вперед. Вперед. Айсан, иди сюда, скажу. Что такое? Ко мне. Вперед. Что такое? Хочешь, чтобы тебя собака сожрала? Она же огромная, смотри, она вот закопалась. О! Волкодав. Тайсон хотел хотя бы чуть-чуть поближе подойти, да, Тайсон? Пописать рядышком с ним, обнюхать со стороны и дальше пойти, да, Тайсон? Тайсон, медведи, что ли, нашел? Ух ты! Реально медведь! Тайсик! Как ты его нашел? Это же медведь, Тайсон. Смотри, голову уже ему кто-то оторвал. О, какой огромный медведь! Тайсик, иди голову возьми, Тайс. Иди голову возьми, возьми. Давай сюда, возьми. Сейчас Тайс на ней поотрывается. Тайс, бери, пошли. Давай сюда. Возьми. Молодец. Тайс, иди возьми голову. Тайс, возьми. Давай сюда. Молодец, давай сюда, Тайс. Бери, пошли. Тут рядом центральная дорога. Шумно так. Молодец. Молодец. Вон какой мишка. Кто-то ему уже оторвал голову. Тайсон сейчас его добьет. Сейчас Тайсон с ним быстро разберется. Он любит такие нюхи выслушать. Тайсон медведя поймал. Ходили с Тайсоном на медведя в лес. Давай, 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 давай. Отрывай ему нос. Отрывай морду ему все. Закрывай. Молодец. Ох, какой зверюга, Тайсон. Ох, не получается. Это тебе, Тайсон, не собака. Тут медведя разорвать очень сложно. Так и назовем это видео. Ходили с Тайсоном на медведя. Тайсон поймал в лесу медведя. Тайсон встретил медведя и победил его. Как еще можно назвать? Тайсон разорвал в лесу медведя. Давай, давай.
Пойдем, Тася. Все. Ух ты! Скажи, что за шум, а драки нет? Да, Тася? Что за шум от драки нет? Побежали, Тася, побежали. И какой прикольный Санта-Клаус. А что он в шапке-то мерзнет? Да, это он так сказал? Иди, какой прикольный. Мальчик? Да. А сколько ему лет? Он старенький, ему, по-моему, 8. А, да почему старенький? У нас Тайсон тоже 8. Он же не старенький. Да, Тайсон? Даже 8 это не старенький. Пробегай. Эй, песик. Как звать? Джойсик. Джойсик. Джойстик. Эй, джойстик, гляди сюда, и классный такой. У тебя шапка сползает, по-моему, джойстик. Тася, ты джойстика, ты не пугай. Джойстик испугался, шапка, смотри, сползает. Тебе, может быть, Тайсон тоже шапочку купить, а? Чтоб твои ушки были в тепле, а, Тайсик? Смотри, какой песик. Ну, ты такой хорошенький. Ты одеваешь шапочку свою. О, красавчик. Все, скажи, я пошел. Мне пора. Тайсон, до свидания. Тайсон, собачку увидел, да? Ты собачку увидел там? Чё за порода? Доберман. Но они к нам не пойдут, Тайсик. Хотя, я думаю, что это щенок добермана, да, Тайсик? Щенок кобеля добермана. Ушки еще привязанные. Пойдем? Зашли с Тайсоном глубоко в лес и увидели вот такой трактор. Я так думаю, здесь никого нету. Его просто здесь бросили.
Это трактор, который деревья кидает. Он огромный такой. Там никого нету. Журналы вон с голыми бабами. Да, Тася, не хочешь покататься? Он, наверное, закрытый. Мощный такой трактор. Надо фотки сделать, Тася. Фотки будут офигительные с этим трактором. Да, Тазёныш? Не хочешь шинку погрызть, Тася? Шинку не хочешь погрызть? Давай, залазь. Давай, вперед, на, возьми. Давай, вперед. А что, я покатался на таком тракторе. Охренеть, как он сюда заехал. Закиньте. Так, если посмотреть, здесь проезда-то нет. Если вот отсюда он поехал, там дальше деревья навалены. Где он мог проехать? Вездеход прям такой. Так, а если я тебя сюда закину, ты сюда залезешь, я тебя сфоткаю, как думаешь? Прикольные фотки будут? А? Сидеть. Так, ты что, шинку нашел, да? Молодец. Ну давай, бери, пошли. Бери шинку, пошли, Тасик, бери. Давай, бери. Ну ты молодец. Ты как крот прям лазишь. Давай, шинку бери, пошли. Бери шинку, смотри, какая большая шинка, Тася. Давай, бери. Давай, бери. Как думаешь, Тась, туда можно идти-то? Летом мы туда с тобой ходили. Но ты-то не провалишься, а вот насчет себя не знаю. Хотя везде уже на озерах катаются на коньках. Я думаю, здесь что, так же, скорее всего. Лед толстый. Ну что-то я опасаюсь. Аня. Закинь, провалишься нахуй. Ну тут все наглухо замерзло. Тут не провалишься. Да, Тайсон, провалишься или нет? Как думаешь? Сейчас Тайсон проверит.
Рыбой пахнет, да, Тасик? Дырочку посмотрели. Катайся. А он... А, тут же вход, да? Катайся. Давай, не стесняйся. Иди сюда. Пошел, пошел. На разведку. А помнишь, Тайсон, мы сюда летом с тобой приходили? Тут больше всего было. Тут и доски были. Еще что-то. Джинсы, Тайс. У папки как раз джинс нету. Ванна есть, все дела. Все для жизни. Ладно. О, а наверху смотрите, там кто. Житель. Житель. Этого дома. Эй, чувак, ты чё, кайфуешь? Ты пьяный, что ли? Ты ещё не замёрз тут, дружочек? А это твои вещи, да, пакет? Ну ладно. Вот такой вот домишко. Ладно, давай, дружочек, пока. Пошли мы. Пошли, Тайсик. Вылетел. Эй, бутылку-то оставь, тут нафиг она тебе нужна. Пошли, пошли, Тайсик. Что, прикольно, да? Смотри, дровишки лежат. Топора не хватает. А вот здесь их рубить. Топор уже с собой надо приносить. Какая-то поляна, идем посмотрим. Давай. Давай. Ну, давай.
Давай, забирай дальше. Забирай дальше. Давай, давай, давай. Забирай. Забирай, давай, давай. Давай, забирай. Давай, давай, давай. Возьми, возьми. Вот, ну-ка, стой дальше. Что-то у тебя там хрустнуло. Порвал, что ли, этот пуллер? Опа. Ну ладно, это что, зуб, что ли, у тебя вылетел, Тайсик? У тебя зуб вылетел, что ли, Тайсон? Тайсон зуб сломал свой. Ну-ка, покажи. Да вроде клыки-то целые все, Тайсик. Это твой зуб, что ли, сзади вылетел, Тайсик? Да крови-то нету. И заяц. У тебя зуб, что ли, вылетел, да? Собака ты моя. Ну-ка, дай я посмотрю. Уйди. Дай. Сел на него. Уйди. А, это не зуб, Тайсик. Блин, я испугался. Думал, это твой зуб, Тайсон. Оказывается, это не зуб. Эй, Тайс. Я думал, что это зуб, оказывается. Шишка какая-то. Ты меня испугал. Еще просто хруст такой был. Я думал, у нее там что-то сломалось или пуллер порвался. А потом смотрю, на зуб похоже вот эта хрень. Почка какая-то, что ли? Ну ладно. Хорошо, что это не зуб. Пойдем, Тайсик.